Хочу посмотреть. Это же все. Да. Это все обновлено. Я никогда не была внутри. Ты была в музее, там мостик какой-то, да? Ну вот, а я никогда не была. Я же не ходила тут в школу. Подожди, со школы. Вы с садиком ходили, не со школы. Со школы даже. Ну вот это не такой. Штаны-то за. Да, 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 зачетно. Хорошо ты наигралась, да. Да, я вот это делаю. Ну, это вот не такое старое, это видно кирпичи. А? Что тебе снится? Подожди-ка, кстати, смотри. Ну, в принципе, подожди. Это вот это 1700 пишет 23-й год, ведь так? 1723 год. Ну вот, видишь. Это не такое уж прямо и новое. Хотя вот видела, как бы здесь кирпидоны. Все такая панорама. А, прикол. Подожди, а что это? Это могут, они землю, наверное, здесь держат и засаживают. Видишь, у них огород. Кстати, их и не видно, да, вот совсем? Со стороны, когда проходишь. Так, это что? Это здание старой, этой, как это называется даже? Ну, кула, как по-русски сказать? Замка, да, старого замка стены. Вот это, кстати, даже... Вот это даже гора, которую выбили из земли, так сказать, да? Ой, смотри, там кто-то бегает. Ну, это же не дух, она живая, что ты испугалась-то? А не это, иди сюда. Ты чего? Ну, это же человек живой, ну что ты? Ой, не могу поднимать, мне сразу тень дает. А что страшно-то? Я пройду, посмотрю. Здесь даже дорожку, видишь, насыпали, чтобы можно было гулять. А, кстати, подожди, вот здесь будет вход в садик, по-моему, через те ворота. Та ворота, как сказать, ворота. А ворота это они, через те ворота, да? Но здесь дом жилой, обычный дом чей-то. Или чего? Ну да. Так, пойдем посмотрим, что там внутри. Интересно. Где музей? Вон там наверху, да? Да я не в музей, я просто зайду, посмотрю, что тут внутри интересного. Ой, мне вот этот прикол нравится. Гора вот эта. Ну, это, кстати, подпорка свеженькая, металлическая. Ух ты, смотри. Такой грот. Это знаешь, на что мне напоминает? Ну, конечно, можно. Нет, знаешь, что это мне напоминает? Ой, не могу опять поднимать. Когда мы были в этом, в реку ездили, в старый замок, обновленный. Привет! Да, такой фильм ужасов. Давай, заходи. В общем, это... Помнишь, когда заходишь, и там такая это... Грот такой интересный. И эти... Надо съездить опять, короче говоря, что объяснять. Ну, вот это старинное здание, вот это новое уже рядом. Садик. А, подожди. Ну, это вот, это служба, вот. Городская служба, начальник, наверх. А это выход куда? Ну-ка, смотрим. Где вот этот мостик, по которому тут такой переход делают? А, вот он, кстати. Вот этот мостик наверху. Из этого городского здания управления. Ну вот, кстати, вход, видишь, подожди. Он, кстати, открыт наверх. Там наверху музей, да? Вот тут пишут, что. Что вы здесь танцевали? А, вы играли, да, здесь? Ну вот это главное управление местное. Ага, подожди-ка. Что говорят? Ну вот, да, от этих франкопана-то, что было все. Ой, даже видишь вот этот колодец, который тут, видишь, который в центре стоит, это тоже какой-то старинный остатки. На немецком пишет. Здесь тоже что-то раньше было, видишь, вот это вот были защитные подпоры всякие.
Отсюда они отстреливались, защищались. Вот здесь пушки, наверное, торчат. Нет, ну сейчас заложили. Что-то здесь было. А, вот эти вот, видишь? Вот здесь, возможно, были пушки воткнуты. Вот в эти. Ну, они же защищались, оборонялись. Как бы, это ж, если цари жили здесь, короли, туда нельзя было заходить. А, здесь даже это библиотека. Ну, даже не библиотека, а дик... Что они там держат? Наверху музей, да? Да, там очень красиво, там прям эти щиты всякие. Давай посмотрим, что там. Ой, я сейчас как. Я не буду входить. Как я могу войти, если там закрыто? Я просто посмотрю, что написано. Видишь, их не эти идут. Кстати. Смотри. ФРАНКОПАН. Это вот как в этом детском этом обозначены символы. Так, что здесь написано? Это. Ну вот, видишь. Угу. С Евросоюзом в договоре было это все. Ну-ка, дай-ка я сверху просто поснимаю. Ну, зайди, посмотри здесь, что ты боишься. Да, а что, видишь, что кто-то йогурт ел и, кстати, оставил, вот смотри. Майонез внизу, йогурт наверху. Свиней везде хватает. Вот это прям музей, да, вот это вход музея, нифига себе. Прям под ключ. Но здесь, наверное, надо договариваться, чтобы тебя провели. И это что там старинный, да? Мечи, здесь эти мечи, щиты. Эти, как они называются, вот эти вот рыцарские. И там какие-то мостики. Все, надо это договориться и пойти посмотреть, поснимать обязательно. А? Ты была, а я никогда не была. Вот смотрим на Бребир сверху. Центр. Да, стоим на старом это, на остатках старого замка, а там вот выкапывают как раз другие остатки, останки. Там вот на новый Винодольский вид.